Доктор, это срочно! Мэм, вы в надежных руках. У вас прелестный мальчик. И он не один, а вот и третий малыш. И еще один. У вас пятеро детей. Это невероятно! Не верю своим глазам. Теперь у вас большая семья. Дорогая, это все, о чем я мечтал. О, они плачут. Дорогой, за работу. Но что дальше? Точно, нам нужно их накормить. Дети любят молоко. Приятного аппетита. Фух, быть родителями непросто. Кое-кому пора переодеться. Вы такие милые. Но мы еще не закончили. Может, поиграем? У нас самая дружная семья. Малыши, вы любите сказки? В одном королевстве жили принц с принцессой. Они ангелочки. Отличная погода для семейной прогулки. Мальчики, повеселитесь как следует. Ребята, за мной! Смотрите, как я умею! Устроим соревнование! Это было так весело! Кто хочет перекусить? Я бы не отказалась от мороженого. Объеденье. А, мне нехорошо. Дорогая, все в порядке. Я скоро вернусь. Мне нужно кое-что проверить. Что? Наша семья станет еще больше? У меня новости. Наша семья станет еще больше. Дорогая, это замечательно. Ура! Еще один брат! Мэм, сейчас мы вас осмотрим. Поздравляю, у вас будет девочка. Я давно мечтала о дочке. Девчонка, ну уж нет. Мальчики, вы подружитесь, обещаю. Это нечестно. Приятного аппетита, семья. Объеденье. Малышка, тебе понравилось? Ты пинаешься? Дорогая, больше нельзя ждать. Мальчики, ведите себя хорошо. Доктор, кажется, началось. Мэм, малышка вот-вот появится на свет. А вот и она. Дочка, привет. Хочешь познакомиться с братьями? Ребята, времени мало. Девчонкам игрушки не нужны. Идеальное преступление. Ой, кажется, они уже здесь. Ничего не понимаю. А где все вещи? Ребята, это ваша затея. Мы ничего не делали. Мальчики, верните вещи сестры. Ладно, ладно, мы просто пошутили. Так-то лучше. Малышка, это твоя комната. Приятного аппетита, Кайли. Что случилось? Все ясно. Тебе нужно переодеться. Поиграем? Она само совершенство. Малышка, хочешь прокатиться? И, конечно, сказка на ночь в одном королевстве. Кайли, мы любим тебя. Что такое? Хватит плакать! А девчонок одни неприятности. Что нам с ней делать? Это наша комната. Хе, надеюсь, тебе здесь понравится. Мы никогда не подружимся. Вот теперь можно спать. Доброе утро, мир. Что сегодня на завтрак? Дорогой, надо проведать Кайли. Стоп, где наша девочка? Без паники, мы ее найдем.
О нет, Кайли нигде нет. Кто мог совершить такое? И здесь пусто. Дорогой, что нам делать? Кажется, я что-то слышу. Малышка, вот ты где. О, Кайли, тебе срочно надо переодеться. Тише, тише, мама рядом. Сладких снов, малышка. А вот и вы. Как вы могли так поступить с сестрой? Простите, мы больше так не будем. Мальчики, вы наказаны. Фанаты, вы готовы? Мы не видим ваших рук. Кто хочет есть, ребята? А может, сыграем в приставку? Какой беспорядок? Кто это сделал? Это все Кайли. Дочка, не ожидала от тебя такого. За уборку, немедленно. Не повезло же тебе, систер. Это нечестно. Почему они меня не любят? Почему я постоянно за ними убираюсь? Кайли, ты уже все, пора обедать. Апельсинка, ты опять плохая кошка. Ребята, я знаю, что делать. Это будет пранк года. Кайли, это точно понравится. Что вы задумали? Сестренка, мы оставили для тебя самое вкусное. Это так мило, спасибо. Объедение, только попробуй. О, что это? Твой обед, систер. Это уже слишком. Кайли, хочешь новую прическу? Мечты сбываются. Гениально, а теперь сматываемся. А где все? Значит, я первая в ванную. Где моя расческа? Как я выгляжу? Кошмарно! Доброе утро, семья! Мама, только посмотри на это! Кайли, тебе очень идет! Малышка, мы все исправим. У нас сегодня бьюти-день. А вы наказаны! Мама, это вышло случайно! Моей дочке нужен новый образ. Вы пришли по адресу. Нравится. И последний штрих. Добавим каплю розового. Кайли, выглядишь на все 100. Мамочка, ты меня спасла. Это так волнительно. Мартин, а вот и ты. Кайли, ты супер. Куда это они? Ребята, у нашей Кайли свидание. Этот Мартин очень подозрительный. Зажигаем! Мартин, это так весело! Может, перекусим? Обожаю попкорн. У нас столько общего. Мы созданы друг для друга. Мне уже пора домой. До завтра, любимая. Мороженое – лучший завтрак. Выглядит аппетитно. Вкуснее не бывает. Это же Мартин. Я так и знал, он негодяй. Ребята, у нас проблемы. Мы должны все рассказать Кайли. Ребята, вы о чем? Твой парень обманщик, у него есть другая. Опять ваши шуточки? Вы неисправимы. Тебе здесь не место. Проваливай. Эй, вы чего? И больше не подходи, Кайли. Отстаньте от него. Любимая, не верим. У нас есть доказательства. Вы не пара. Мартин, мы расстаемся. Как я могла ему поверить? Вкусняшки всегда поднимают настроение. Угощайся, сестренка.
Китти, ты хочешь меня отравить? Это невозможно есть. Но я так старалась. Ты совершенно не умеешь готовить. Ах так? Тогда мы расстаемся. Прощай. О, я совсем одна. Девочки, вы мне нужны. Как же с тобой скучно. Между нами все кончено. Ха, ты обязательно встретишь свою любовь. Наконец-то я от него избавилась. Китти, что случилось? Скоро буду у тебя. О, какой же я голодный. Надеюсь, Мелоди будет не против. Что ты задумал? Готовлю обед. Но это же моя рыбка Молли. Верни ее в аквариум. С меня хватит, я ухожу. И не звони мне. Подумаешь, рыбка. Как он мог? Китти, это ты? Я уже еду. Куроми, мое сердце разбито. Подруга, без паники. А где Мелоди? Девочки, а вот и я. Вы не представляете, я рассталась с Джеком. Мне так жаль, подруга. Что же нам теперь делать? Ха, веселиться. Куроми права. Что скажешь, Китти? Отличная идея. С чего начнем? Конечно, со вкусняшек. Мелоди, поторопись. Это лучшее лекарство от несчастной любви. Лучше не бывает. Хм, это интересно. Перекусим, ребята. Объедение. Девочки, сейчас или никогда. Привет, я Куроми. Как насчет свидания? Я Китти, приятно познакомиться. Погуляем? А я Мелоди. Это мое любимое кафе. И мое тоже. У нас столько общего. Какая прелесть. Мы должны помочь этому малышу. Кошки – самые милые существа. Китти, ты такая добрая. Райан, как хорошо, что мы встретились. Упс, я просто промахнулся. Ты такой милый. Смотри, учись, Тайлер. Это было великолепно. Кажется, мы созданы друг для друга. Девочки, это было супер свидание. Кажется, это любовь. А где Тайлер? Дорогой, я жду тебя. О, только бы не опоздать. Куроми, я уже здесь. Тайлер, опаздывать неприлично. Любимая, это тебе. Как мило, спасибо. А сейчас устроим соревнование. Лови. Куроми, это было великолепно. А теперь я покажу мастер-класс. Тайлер, мы лучшая команда. Прекрасная погода для пикника. Тебе здесь нравится, дорогая? Это лучшее место на свете. Вкусно. Устроим концерт, Китти. Райан, ты такой талантливый. Дорогая, я скоро вернусь. О, как это красиво. Китти точно понравится. Дорогая, это тебе. Не видела ничего лучше. Кажется, я пришел первый. Значит, я устрою для Мелоди сюрприз. Она будет в восторге. Дорогая, поторопись. Романтический обед уже готов. Хм, почему так долго? Я должна выглядеть на все 100. Я уже опаздываю. Но мне нужен еще макияж. То, что нужно.
Деннис, я немного случайно вышла. Мелоди, это ты. Я очень скучал. Идеальное свидание. Ты должна это попробовать. Вкуснее не бывает. Деннис, ты такой романтик. Еще одно свидание. Конечно, я согласна. Путешествие в Тока-Бока. От такого невозможно отказаться. Мига Ворлд, неплохо придумано, дорогой. Мне нужно собираться. Это будет супер приключение. Роми, я тебя ждал. Занимаем лучшие места. Йо-хоу! Мне здесь нравится. Дорогая, у меня сюрприз. Выходи за меня. Как это неожиданно. Ты согласна? Еще бы, это лучший сюрприз в моей жизни. Тайлер, я люблю тебя. Мелоди неисправима. Опять она опаздывает. Дорогой, я почти на месте. Успела. Деннис, ты самый терпеливый на свете. Мелоди, поезд вот-вот отправляется. Это так захватывающе. Дорогая, ответь на один вопрос. Ты выйдешь за меня? Деннис, я согласна. Пришло время планировать свадьбу. Спортивное свидание? Что может быть лучше? Начнем, Китти. С удовольствием. Повторяйте за мной, господа. У вас отлично получается. Тайм-аут, срочно. У меня важное дело. Дорогая, давай поженимся. О, да. Я всегда мечтала о свадьбе. Тайлер, я люблю тебя. Мы будем счастливы. Объявляю вас мужем и женой. Будьте счастливы. Китти, я искал тебя всю жизнь. Тайлер, это судьба. Вы самая красивая пара. Они уже здесь. Друзья, мы вас так ждали. Дом, милый дом. Ребята, вы должны мне все рассказать. Девочки, посплетничаем. Случилось столько всего. Чем сегодня займемся? Для начала пообедаем. О, вечно вы голодные. Доставка уже в пути. Юху, не терпится попробовать. Лучше не бывает. О, кажется, пицца была не свежая. Что это с вами? О, мне нехорошо. Кажется, я знаю, в чем дело. Мне надо кое-что проверить. Неужели у меня будет ребенок? Я так счастлива! Всегда об этом мечтала. Куроми, ты не поверишь. Это не отравление, а малыш. И у меня. Девочки, мы станем мамами. Малышка, ты проголодалась. И мама тоже. Алло, мы хотим вкусняшек. Супербыстрая доставка. Посмотрим, что здесь. Это я люблю. Начнем с хот-дога. О, малышка, тебе не понравилось? Веди себя хорошо. Как насчет этого? Невкусно. А что ты на это скажешь? Все, но мы не наелись. Пушистик, ты куда? Понимаю, я тоже голодная. Выглядит аппетитно. Не хочешь поделиться? Пушистик, ты нас спас. Идеальное утро,
но сейчас оно станет еще лучше. Ага. Малышка, нам пора завтракать. Посмотрим, что тут у нас. Отлично, витамины. Малышка, все в порядке? Витамины это полезно? О, не будь врединой. И что нам делать? Устроим сладкий шопинг. Что желаете, мисс? Сладости и побольше. Мы очень голодные. Тогда устраивайтесь поудобнее. Приятного аппетита. То, что нужно. О, как вкусно. Я же говорила, тебе понравится. Куроми всегда первая. Но кое-кто здесь проголодался. Мама знает, что делать. Фастфуд – лучшая еда. Хочу супербургер. Ха, мечты сбываются. Что? Ты не любишь темную еду? Малышка, это нечестно. Но ради тебя все, что угодно. Единорога-бургер – хит сезона. Малышка, ты довольна? Девочки, вы тоже пришли. Вы полюбите балет, обещаю. Нашим дочкам понравится. Надеюсь, будет весело. Балет – это настоящее искусство. Ой-ой, меня подождите. Я на месте. Ага. Все в сборе, тогда начинаем. О, лучше бы я пошла на вечеринку. Куроми, соберись. Балет – это серьезно. Выше, быстрее, медленнее. А теперь повторите это. Уверены, мэм. Мы же мамы. Ах да, я совсем забыла. Спорт – это так непредсказуемо. Готовы к спортивным подвигам? У нас сегодня йога. Звучит заманчиво. Мамочки, добро пожаловать. Йога начинается с релакса. Ха, это мне нравится. Переходим к самому интересному. Девочки, у нас все получится. Как захватывающе. Сможете повторить, мамочки? Проще простого. Мелоди, мы с тобой. Мамочки, вы лучшие. Жду вас на следующей неделе. С удовольствием. С удовольствием. Китти, что ты задумала? Сегодня мы веселимся. Что это значит? Подруга, не отставай. Малышка, сейчас мы покажем класс. Готова? И это вы называете танцами. Смотрите и учитесь, девочки. Китти, ты так можешь? Вызов принят. А если так? Невероятно! Куроми, у тебя талант. Девочки, а теперь все вместе. Идеальная тренировка. Фу, я устала. А здесь что? Неплохая идея. Кто здесь великий художник? Это шедевр. Упс, мне пора. Кажется, здесь была Китти. Сейчас я покажу, что такое искусство. Малышка, ты мне поможешь? Тогда начинаем. Отлично! О, это Мелоди. Девочки, вы где? Все ясно. Это проделки Куроми. Подруга, ты не художник. Я рисую лучше. Прелесть. Девочки, а как же я? Кошмарного утра, мир. Малышка, как настроение? О, кажется, началось. Мне нужна помощь. Начинаем день весело. Малышка, как дела? О, нам пора в больницу.
помогите, срочно! Еще один прекрасный день. Фу. О, малышка, мама рядом. Упс. Врача, немедленно. Доктор, это серьезно. Мисс Куроми, без паники. Вы в надежных руках. Поздравляю, у вас прекрасная девочка. Привет, я твоя мама. Доктор, что-то не так. Мисс Китти, вы готовы? Ребенок вот-вот появится на свет. Поздравляю, у вас девочка. Дорогая, я так тебя ждала. Кто следующий? Доктор, мне так страшно. Мисс Мелоди, вы справитесь. Поздравляю, у вас девочка. Малышка, ты красотка. Ух, сегодня был непростой день. Мэм, что случилось? Доктор, мне нужен осмотр. Мисс, это не бесплатно. Но у меня совсем нет денег. Тогда вам придется найти другого доктора. Упс, я постараюсь. Ох, мне пора в отпуск.